Марина Останина – частый гость в этом дворе. Девушка живет в частном секторе, и эта дорога – самая удобная на пути к дому. Мама двоих детей по улице ходит с опаской. В последнее время Марина с дочками стали все чаще встречать своры собак. Обособленно они кучкой тусуются, но не подходят к людям. Но все равно страшно, когда с маленькими детьми идешь, потому что это животные неадекватные, они дикие, и там всякая разная может быть реакция. Согласно закону, четвероногих нужно отлавливать, стерилизовать, прививать и выпускать обратно на волю. В Покачах этим вопросом занимается Центр взаимопомощи животным «Дай шанс». Но вот количество братьев наших меньших, которых могут приютить здесь, очень ограничено. Между администрацией города и ОНО «Дай шанс» организация заключен муниципальный контракт по отлову бездомных животных в связи с вступлением в силу уже новых требований по законодательству. На 2020 год это количество голов предусматривает 30 единиц. То есть это 28 собак и 2 кошки. Вот в данный момент сейчас отловлено у нас уже 8 собак. Сколько бездомных собак сегодня живут на улицах города, сказать сложно. Но в приюте осталась лишь одна свободная клетка. Она может вместить 2 четвероногих. Нельзя забывать и о том, что животных сюда помещают лишь временно, после чего выпускают, если у них нет на то противопоказаний. В этой истории не хватает четких разграничений. Центр взаимопомощи животным – это то место, куда их помещают временно. Здесь их стерилизуют, осматривают ветеринары, чипируют, ставят соответствующие прививки. Спустя 6 месяцев их выпускают обратно. Но только после того, когда убедятся, что они не агрессивны и безопасны для людей. По словам экспертов, от бездомных собак за 1-2 года благодаря стерилизации избавиться просто невозможно. С мерами, которые сегодня диктуют новые требования законодательства, популяции бродячих псов хватит еще на лет 50. И только потом, через полвека, в мире сможет утихнуть вопрос с беспризорными братьями нашими меньшими.